Значит так, вы будете играть в записки? Вы хотите? Мы? Очень. А что делать-то нужно? Каждый из нас пишет записку каждому из нас. Ну, например. Дорогой, допустим, Вадик. Никогда больше не. И дальше ты пишешь то, что ты не хочешь, чтобы Вадик делал в новом году. О, тогда я напишу. Боря, не ковыряйся в носу. Никогда я ковырялся в носу. Ты всегда. Значит, я в это играть не буду. Разберем проблемы спокойненько, без эмоций. Пересоримся к чертовой матери. Вадик красит волос. Каждый седой волос – это день с молодой женой. Календарь. У меня, получается, отрывной календарь. А у нас с Борей был секс втроем. Ты что, серьезно, что ли? Ой, какие молодцы. Как ты вообще согласилась-то, а? Я его еще уговаривала. Борь, ты что, дурак? Как я у тебя там записан? Ну, покажи. Я Кате телефон не показываю, покажу. А почему ты мне не показываешь? Ты на каблуках? Имейте в виду, ровно через 10 минут вы мне все сдаете. А иначе останемся на второй Новый год. Что здесь вообще происходит? Чего вы все от меня хотите сегодня, а? Понимаешь, он меня спрашивает, ну ты же, да? Я говорю, ну я нет. А главное, вижу, у него ужас в глазах. Почему они с ними стараются, а с женами нет? Тебя раздражает, что Боря не старается, а меня наоборот, что Лёва старается. А вы поменяйтесь.